Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. В честь знаменательного события руководством второй школы было организовано спортивное мероприятие между выпускными классами 9 и 11. Хасавюрт является одним из спортивных городов на территории республики, поэтому тематика проведения мероприятия была выбрана совсем не случайно. Сплочение, коллективная работа и взаимоуважение – этим трем качествам придерживались обе команды. В эстафету ходили различного рода соревнования, командная работа, прохождение испытаний было главной задачей участников. В качестве членов жюри и гостей на спортивном состязании участие приняли директор школы Магомед Гасанов, ведущий специалист отдела оперативного планирования и мероприятий гражданской обороны Муса Гасанов. Ни одно мероприятие не остается незамеченным руководством общеобразовательного учреждения, культурные, общественные и многие другие события. Далее Магомед Гасанов выступил перед участниками с благодарственной речью за поддержку всех инициатив, проводимых школой. У нашей школы есть хорошие традиции, и к ним прибавилось, благодаря классным руководителям, благодаря нашим учителям, учащимся, значит, болельщикам, еще одна традиция, такая традиция приятная, спортивная, развивающаяся, и эта традиция, выпускники школ соревнуются между собой. Очень приятно. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам, огромное спасибо нашим учащимся, которые сегодня показали хорошие результаты в различных конкурсах. Вы прекрасно знаете, вы наши выпускники. Мы очень сильно переживаем за вас. Хотим, чтобы вы вот так же успешно, как сегодня, выступали в спортивных состязаниях, чтобы вы сдали ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию. И я хочу еще раз пожелать вам удачи, успехов, везения, где бы вы ни выступали. И чтобы, как сегодня, всегда вот так весело было вам всю свою оставшуюся жизнь. Инициаторами проведения состязаний являются заместитель директора по обеспечению безопасности Ислам Уйсунгуров и учитель русского языка и литературы Джана Гаджарова. По мнению членов жюри, обе команды показали себя с хорошей стороны. Спортивная подготовка, ловкость и внимание во время прохождения этапов состязаний были активно проявлены. Команды 9 и 11 класса поделили первое место. По итогам соревнований игра завершилась ничьей. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».